Трудовые мигранты из Центральной Азии в очередной раз стали козлами отпущения для российских спецслужб. Так, 20 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии провели операцию по задержанию пяти мигрантов из Центральной Азии, обвинив их в терроризме. В отношении двух из них возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Дело было возбуждено по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ «Покушение на участие в деятельности террористической организации». Его фигурантами стали двое 21-летних трудовых мигранта из Центральной Азии. СКР опубликовал видео операции. На нем видно, как сотрудники СОБР врываются в помещение, где находятся молодые трудовые мигранты. По версии следствия с декабря 2017 года по апрель 2018 года задержанные с помощью социальных сетей якобы пытались выйти на контакт с земляками, находящимися в Сирии.